Для того, чтобы сохранить авторские права, мы публикуем лишь фото актеров из данного сериала. В 8-й серии сериала «Полнолуние» вы узнаете о том, смогут ли Ферит и красавица Назлы признаться прежде всего себе в появлении сильных чувств, пока вокруг кипят нешуточные страсти. Из-за предоставленных в суде фотографий у героев назревают новые проблемы. Как же они поступят в данных обстоятельствах? Будут ли дальше вести себя так, будто ничего не произошло? Пока вопросов больше, чем ответов на них. Судьба готовит героям очередные испытания. Пока Ферит и Назлы мучаются сомнениями, назревает ситуация, которую по эффекту можно сравнить с бомбой замедленного действия. Дело в том, что Денис желает сократить расстояние, максимально сблизиться с Назлы. Пока он реализует задуманное, обстоятельства то и дело сталкивает его с Феритом. Тем временем Демет и Хакан хотят войти в компанию под видом законных опекунов Булута, а Суман всюду преследует Демет.